Хилл мне предлагали вместо этого. Вместо 3-2 дракончика, но я бы никогда в жизни не взял. Оцениваю вот эту колоду с двумя корректорами. Может быть, да, действительно лучше бы заслали заступниц Синдарай, вот учитывая сейчас. Не стоило напрашиваться. Антюрист. Идет. Неплохо сыграно. Вообще отлично. Неплохо сыграно. Приветствую тебя. Дракончик, класс. На следующий ход могу сделать авантюрист, монетку, единица. У меня будет 4-4. Главное, чтобы не Mind Control Tech его схватил. Повелеваю тебе именем света. Вообще плохо, да. Обоих отдать, либо выстрел отдать. Либо Crazy Alchemist. Интересно. Что же делать? Да это слабо. Могу, конечно, сделать это, но мне не нравится. Нравится, не нравится. У меня кончается время. Ладно, хрен с тобой. Да, могу добавить. Я думаю. Добавить только. Неплохо, неплохо. Давай тебя удалим. Интересно. Да, плохо, конечно, если он да сделает. Ну, черт с ним. Это не ДС. Ну хотя, может быть, да, еще 3 маны. Раз. Уверен, что вы. Могу перевернуть. Выстрел перевернуть. Ударить. Давай. Тебе понравится мой новый рецепт. Дес? Не, манипулятор. Ну, ладно, манипулятор, так мы... Еще одну морозку. Ну, окей, я тоже могу заморозить. Чем думает? Один единственный, что ли, такой?
Давай тебя. Надеюсь, ты мне... Не, давай я сначала что-то так ударю. Ну, если ты меня сейчас заберешь его, это будет... Нет, заберешь. Нет, это не страшно. ПБМим немного. Плохо Авантюрист сыграл. Для начала. Да, не очень-то рука для старта, учитывая, что сколько у меня двоек, единиц. Ладно. Опустить кровь. Сейчас Файри в Уракс пойдет. Бой. Собака. Окей. Мимо, 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 мимо. Мимо, промахнулся, промахнулся. А-а-а, промахнулся, лохнул до сих пор. Окей. Ну как это вообще? Ну че это за... Провал. Не, ну как бы, в принципе, этому стоило ожидать, учитывая дороговизну моей колоды. Но только как бы думал, что много пятерок будет они. Вот это вот. Как не больно. Борген. На. Может быть, и Воргена стоило, может быть, это даже более безопасно Воргена достать, чем 4-4. Пора пустить кровь. Давай, Корруптор, Корруптор, приди ко мне, Корруптор, Корруптор, я жду тебя. Как печально все. Блин, с тобой. Давай, больше существ под флеймстрайк. Которые не идут в атаку сразу, не бафуют на атаку. Просто вот существа там. Я умею держать вот это. Ну это так себе, конечно.
Это не очень существо, которое не идет в атаку. Да. За Черную гору! Верлинд будет катастрофа, даже если он не ударит мне в лицо, мне может вообще листов зачистить. Да ну ты издевайся. Ой, как это все плохо. Ладно. Я проиграл, я понял. Любой вепон, я труп. Ну ладно, не любой. Может... Требуется помощь! Разменяй меня на 6-6. Я с этим справлюсь. Вообще не будет бить. Окей, окей, окей. Вепон уже не поможет. Привет, Алонзи. Надеюсь, после твоих слов удача придет ко мне. Потому что в этой игре она явно от меня отвернулась. Ну хотя ладно, последние ходы у него, от него были такие водники. Давай, разменяй, разменяй, я буду мегара. Разменяй, разменяй. Ну конечно, 6-7 на 7-1, само собой надо. Вау. Да я бы не сказал, что уж особая ошибка. Не жалею с такой стартовой рукой. Можно полиморф, наверное, даже оставить. Сколько я здесь ношу? 5? Да, давай оставим полиморф. Тебе понравится мой новый рецепт. Мы спокойно поиграем. РСХП у меня теперь довольно много для двух карт его, учитывая, что он заморожен. Он не понял, что там на три, на троечку ударят. Ой, так наплевать. Хорошо, я даже это, наверное, убью тебя. Замораживать дальше. О, нет. Все, все. Нет. Не буду. Ни в коем случае не буду играть в атаку. А у Ян отлип. Они варгенов своих убивают. Он думал просто, что там на 2 ударит. Угу. Нет, вот если честно сказать, то эту игру мне везло. Мне просто дико не повезло с заходом карт. Потому что 2 Flame Strike и 2 6-6 в стартовой руке, это вообще беда.
А так-то, в общем, да, мне повезло, потому что там и огр не попал, да, вот этот, в смысле, молот огр. И все на свете. То, что он меня не добил, это, ну, такая, такое счастье. Где мои единицы? У меня 4 единицы. Где единица? Вообще нет единиц. Где мои единицы? Где мои двойки? What the fuck? Проклятые готовы сражаться. Да, конечно, сейчас ты начнешь приходить. Мусор нечеловеческий. Велен Чозен, я полимору сделал. Сразу прям, инстант. Смайт. Ну, смайт, окей, я тебя достану. Ой, смайт. Спейн. За орден! Давай изрыгатели достану, ебать. О, я могу бомб. Не, давай изрыгатели достану. Мне кажется, так немного безопаснее. Опять же, Велен Чоузен сразу полимор. А он же хочет сделать Велен Чоузен. Разменять Divine Shield на 3-5. Надо подумать. Да, да мне с такой колодой должны единицы прям на ура заходить. Так себе, да. Давай еще что-то достань, я бомберы закину. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Бомбер вперед. Нет, быстро. Да, разочек. Ну, если бы сюда разочек ударил, я, конечно, был бы счастлив. Но нет. Ну, так нет. Посмотрим, сработает ли! Окей. Ну что, полиморф на это давать? Да нет, я, наверное, забью. Достану огры. Огры и сюда повешу таун. Видно. Во имя света. Окей. Окей, окей. Ну да, полиморф. Точно полиморф. Остается два. Переворачивать никого как-то так себе. Да, кого-либо переворачивать. Одного придется убить. Друзья, зачем мне... Чем мне так делать? Раз. Перевернуть, убить так. Не, мне ее бьет тут ей. Перевернуть ее и сделать сюда пин. Интересно. У меня кончается время.
давай так. Холи ново, ладно. Что поделать. Вроде у меня есть добор карты, и это неплохо. 6-1 все же солидно на столе. Пока еще. Спаун. Окей. Кто-то ранен? Окей. Мои глаза всегда ладно. Я могу перевернуть девочку, убить пином. Это я убью так, это я убью так. В принципе, нормально. Вопрос, может быть, я что-то еще могу сделать более лучшее? А что? Так, значит, это 4. Значит, мне минус 4. У меня остается... Что же делать? У меня остается 5. Аркан интеллект? Ну, давай, ладно, хорошо, с вот этого начнем. Аркан интеллекта. Ты называешь это оружием? За короля. Пожалуй. Я могу, конечно, достать вот этих двух, выстрелить, и вроде как бы я защитился, но вдруг это майн контрол. И не очень давно смотрел, следил не очень, как давно эта карта у него в руках. Да, давай я более безопасно, пожалуй, сыграю. За короля! За честь! Окей. Сильный лайтспаун. Я дам вот так вот. Им страйк. За честь. Ну да, давай. Выстрел сделаем. Разгоним его. Вообще-то, конечно, можно было вот клинок повесить на 2-1, чтобы еще выстрел, чтобы единицу урона всего нанести. Ну, вроде как Холи Нову не убьет. Ну и вот это не убьет, да. Ну ладно. Да, это лучше. Я служу кому-то. Делаю к вам страйк. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Кто хотел увидеть Вуду? Выхожу на минное поле.
Последние 4 арены за мага у меня было 3 и 4 победы. 2-3-3, 2-4-3. Мне нужно преодолеть этот рубеж. Ну, вообще желательно преодолеть рубеж в 7. Моя магия сокрушит тебя. Пас, пас. Не уверен насчет этого. Давай тоже пас. Давай мне единиц моих. Эх, эх, эх. Ну хорошо. Ну, потратит выстрел, я потрачу выстрел. Ему, конечно, немного получше, но... Да, ну что, и как бы и гард он возьмет, и 2 урона нанесет. Ну, здорово. Давай так сделаем. Да. Пускай он меня убьет его, неважно. Все равно карту на карту. Пантера. Ну, ладно. Хотя нет монетки. Я могу убить это. Да, пожалуй, давай. Тебе понравится мой новый рецепт. Да, за короля лича! Ну, это слышь, Белчер, наверное. Ну, либо Огар. О, не, давай слэш Белчера. Если что, на следующий ход Флейм Страйк через монетку. Может, он не считает. Ну, не следил, вернее, делал ли я монетку или нет. Подставится. Хотя, ага, шестой ход. Этого достаточно для Флейм Страйка, я вот что думаю. Мне кажется, нет. Что же делать? Просто Огр. Давай бомбу пометаем. Убей, прошу. Убей, красавчик. Еще разочек, еще разочек. Ну нет, так нет, я так добью. Тоже сойдет. Шесть карт у меня. Тоже на моем ходу будет 6. Я готов, а я не готов. Окей. Трог. Ну хорошо, я разменяюсь, достану трога Аркан Интеллект. Ну, это лучше. И вот это очень хорошо. А зачем мне размениваться, вопрос? Да давай я не буду размениваться. Спелл дэмэдж даю мне как-то пофигу. Флеймстрайк, да ладно. Ну, убьешь ты меня, Гуля. Да, я тебя убью так.
Че, понадеемся, что нету второго флеймстрайка? Давай понадеемся, что у нее нету второго флеймстрайка. Два флеймстрайка — это жирно, это только мне можно. Окей. За короля! Что делать? Давай вот так вот сделаем. Надеюсь, нету еще флеймстрайка. Блин, он бы сделал бы его. Три существа забрать. Это пока не покажу. Очень. Давай больше существ. Давай, давай. Не задумывайся. Делай. Еще одно существо. Отлично. Отлично. Это, конечно, жесткий ход. Я служу повелителю огня. Не попадай сюда. Попал. Ну, окей, давай. Моя крушить. О, убить. Все склонятся перед моей волей. Бронзур. Бронзур. Неплохо сыграно. 4 победы. Наконец-то мне пришли двойки. Единицы. Ну, четверка мне не нужна. Тройку я, наверное, оставлю. Да, давай, ставлю тройку. Окей. Тебе нужно благословение? Практически 100% достану алхимика на следующий ход. Давай. Снова учение? Ну хотя нет, такое дело, что... Ну он хорош против шамана очень. Надо что подумать. Что же делать? Так, удар точно. Выстрел или алхимик? Ну, алхимик хорошо, стол я займу чуть лучше. Но я не смогу говорить, что-нибудь какой-нибудь ПТТ уничтожить. ПТТ уничтожать очень здорово. Нет, пофигу, давай. Мой новый рецепт. Если бы не было гоблинов и гномов, если бы не было Черной горы, я бы его оставил, потому что я бы играл в Элью.
Но здесь... Плохо. Ладно. Разницы между этим и этим нет никакой. Если будет ФТТ, то он не убьет обоих в любом случае. Да, девочка, труп моя. Ну, я могу убить обоих. О, я могу оставить. Здорово. Если будет выйти дестройер, я его убью своими ребятами. Потому что какого-то в лицо урона у меня нету. Все, пас. Форка. Форка печально. Пас. Да, для него это катастрофа. О, как здорово. Как для него ужасно все. 6-6, на следующий ход 9-9. Думхаммер. Пожалуйста, друг мой. Думхаммер хорошая карта, но когда ты играешь против паладина. Когда ты играешь против мага, да, который тебя давит. Сильно хороший. Наконец-то я преодолел барьер. 4 победы. Чёрт, кто? Газло. Все легендарочки получают. Что случилось? Шайна и Малфурион. Я должен защитить природу. Не стоило напрашиваться. Да, давай так. Ой, я не буду делать на первый ход ее, я достану на второй ход обоих. Какое это мне? Там Газлоу, по-моему. Крики мертвых придают мне сил. Ничего страшного. Тебе нужно благословение. За нерубов. Мне не сильно он вообще мешает. Пока что. Третий, четвертый ход есть. Что у него не ясно. Монетка 4. Неужто свайп? Нет, а деньга. Ну ладно. Ну окей. Не, сестра ее на месяц перехватит. Легендарик. Так ведь, сестра? Ты нас слушаешь? Это будет просто 6-6. Интересно. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Ладно.
Пятерку. Ладно, хорошо, я достану. Нет, конечно, хотелось мне корруптора, я не то выкричал, и, соответственно, колода не поняла меня. Вот. И я неправильно сделал, потому что здесь Думсэйр может быть. Слава богу, нет Думсэйра. Что же мне делать? Пока не страшно. Окей. Хорошо, я бой не ударюсь, конечно. Две карты, я отдаю одну карту. Сейчас есть на столе. Мне флеймстрайк хорошо выкинуть. Даже на две карты с удовольствием выкину флеймстрайк. Страшно. Хорошо, давай. Придется. К сожалению, у меня не очень хорошо с ремувалами, поэтому его драконы 5, 10 и 8, 8 тоже мне будут не сахар. Ну да, давай убью. Свайп. Ну, гуля. Гуля, гуля, гуля. Да, неплохо, гуля, гуля, гуля. А что, ты мне можешь плюс один хп дать? Санс, я не помню, по-моему, нет санса. Ничего нет. Никак я не... Ничего мне не может прийти, что... Да, это будет верный ход сюда ударить. Он тоже взорвался. Ладно, а что делать? Вокруг Mind Control так и не играю, но у меня такая рука. То есть он кого-то заберет, в принципе, я не сильно расстроюсь. Серьезно, лучница. Moonfire. Заморозка. А, реверсный тип. Ладно. Корруптеры мои не поиграют, если мне дракончик не придет. Дракончика я буду держать в руках тогда. Вот я делаю полиморф.
Ну ладно. Ну ладно, да, придется. Давай даже запчасть, пожалуй, сюда мы положим. Чтобы не убило мне просто укусом Двади. Давай, все, что у тебя есть, все на стол. Дурацкие флеймстрайки, чё они вообще людям нравятся? Мертвые карты. Совершенно. Невозможно ничего с ними сделать. Я должен защитить это место. Вот это сладко. Еще что-то, давай, еще одного. Нет, больше не будет никого. Не хватит для флеймстрайка. Вопрос, нужно ли мне его забирать сейчас, прямо сейчас? Я думаю, да. Давай. Сейчас у нее мега просто цель достать как можно больше ребят. Флеймстрайк же ушел. Давай, три карты. У вас возникла проблема. Не очень. Ну да, убьет мне огра. Ну ладно, ничего страшного. Вот тоже неплохо. Дай мне задание. Что проще? Твоя магия тебя не спасет. Ну ладно. Вообще я могу флеймстрайк сделать сейчас и норм. Могу достать Фрост Вульфа. Что же делать? Фрост Вульфа. Не, на следующий ход я надеюсь, он будет чуть больше. Да, могу достать Фрост Вульфа вот так и так ударит, но он не докусает его. Давай флеймстрайк. Вообще можно было бы, конечно, ударить и стелс сделать, но это такое. Ученики, внимание! Ладно. Но запчасти же у нее есть. Запчасти не очень. То есть как минимум 1-1 будет. Ну хотя такое. Ставьте 1-1. Что ты думаешь? Лицо давай. А, делать ли запчасти или нет? Вот. Я служу королю свою. Мы точно знаем, что одна его карта — это запчасть. Реверсинг свитч, да, будет не очень хорошо. Реверсинг свитч. Я готов учиться.
Может так ударить, плюс укусить. Свайп, катастрофа. Как мне нанести? Нет, не свайп. Подожди, я тебя убиваю на следующий ход? У меня будет 6 максимум, у тебя 7. Нет, не убиваю. Ну, давай пас. По картам? 6 карт, 1 с карт. Давай какую-нибудь слабую. Как мне нанести? Это сильная карта. Это совсем не слабая карта. Ладно, я заберу 1-1. Наверное, сюда повешу. Маскировочное поле. То есть Белча Рот, это здорово. Давай. На всякий случай. Не, авантюрист ушел. В принципе, мне никакие карты не нужны. Ну, для вот этой запчасти ничего не Да, давай. Ну, видимо, я победил. Два, семь, шесть, да, конечно. О, карт не берешь. Даже если бы он как-то смог ремувнуть мне 4-2, вроде бы как бы пожить немного, все равно вряд ли бы он победил, потому что карт у него очень мало оставалось. Ну да, колода у него крутая. 2-7-6, 2 друида когтя, 2 дерева, которые за семерку, это сильно. Буду сражаться с честью. Не стоило напрашиваться. Ну, у меня немного, ну, таких, не очень сильных карт. Просто я не брал свои пятерки, и логично, что мои пятерки начали мне приходить. В какой-то момент. Угу. Окей. Сначала я ее буду сдавать. Только алхимика не хватает для полной коллекции двоек. Дай мне подумать. Цель отмечена крестом. Ой, карта это, потому что шилд мини-бот всегда проблема. Лучше его сразу убрать. Ладно, хорошо, я разменяюсь. Мне что? Ничего страшного. Вот это здорово. Дракончика придется мне... А хотя, что мне дракончик? У меня есть вот этот еще парень. Да. Ну ладно, я тоже разменяюсь. Лишний урон не лишний.
Трусилер не очень хорошо, да, потому что мне как бы и некого даже вот этим парнем убить. Что, другую пятерку? Ну ладно, черт с тобой. Тебе понравится мой новый рецепт. Давать столом я не хочу. Ну, как видишь, это потеря темпа довольно серьезная сейчас. Ладно, давай, Вогра. Вогра вперед. На следующий ход могу 4 урона нанести. Блин, серьезно? С Divine Shield ты еще повесишь? Я на страх. Ой! God damn it. А, страйк, да, есть. Парочку даже. Какая грязь. Что делать? Что же делать? Могу сделать 5-3, но это такое. Что же делать? Давай я сделаю 5-3. Я служу тьмы. Был бы флеймстрайк, я бы сюда просто кинул. Ну нет. Страйки. Ладно, мы будем надеяться на наши флеймстрайки. Дай мне подумать. Слишком много у него карт, и у него преимущество полное на столе. Интересно. Флеймстрайк стоп дека. Давай. Флеймстрайк стоп дека. И это промахнись. Либо флеймстрайк стоп дека. Жду приказаний. Не, ну нормально как бы, но флеймстрайк стоп дека мне все равно нужно. А, ну это тоже сойдет. Смерть самозванцам. Давай, убираем вот это. Ну это почти флеймстрайк. Вообще, нормально. Все хорошо, все хорошо. Релакс. Все отлично. Я не привыкла так рано вставать. Жду приказаний. Так. Я бью в лицо, достаю 9-9. План таков. Другой вариант, я делаю Аркан Интеллект, достаю Флеймстрайк, и это даже лучше, наверное.
Если не достану флеймстрайк, могу сделать призрачного рыцаря и выстрел. Все тоже неплохо, и убью 1-4. Ну да, давай. Ну, даже слэдж белчера достану. Потому что он хорошо сейчас очень вписывается на стол. Вот это уберем, потому что будем даже вокруг Коттермастера играть. Трепещи перед мощью Штормграда! Ну ладно. Жду приказаний. Придется так биться. Если 15 хп, да, то дракон 9-9 будет. Но я хочу контролировать стол. Мне вот этих ребят пока достаточно. 9-9 мне не так прям уж мега нужен. А, тут вопрос, нужен ли мне Sludge Belcher или... Нет, мне не нужен Sludge Belcher. Давай. У меня нет времени на это. Ванны, это не очень хорошо. Йети. Йети тоже не очень хорошо. Флеймстрайк. Видимо, мне нужно делать Sludge Belcher сейчас. Я убью тебя. Закел Тузада. Да, давай так. Сильвана, конечно, кучу проблем сейчас заставляет. Ничего страшного, я опять же сделаю сами страхи, будет все нормально. За короля лича! Или не сделаю сами страхи. Да, это не очень хорошо. Второй сами страхи. Давай я сделаю 4-6. К сожалению, видимо, это мой единственный сейчас аргумент. Против него. Да, флеймстрайк против двух вот этих ребят, ну, как-то так. 4-2 останется, и что я буду с ним делать? Не ясно. Я верну! Жду приказаний. Все, больше ничего не делает? Это хорошо, что ничего не делает. Там, конечно, будет консекрейшн, я в этом ни, вообще ни секунды не сомневаюсь. Кто-то сказал бомба! А, у тебя такой есть. Ну, он умирает от флэмстрайка. Неплохо, неплохо. Еще один бомбер. Жду приказаний. Сейчас моя цель как кого-то достать, заморозить его существо и просто ульфа. Мне какая-нибудь единица сейчас придет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо.
неплохо. Дракон. Выстрел, заморозка его. Давай. Ну да, тут как бы, скорее всего, я проиграл. Два урона, я думаю, найдется у этого паладина. Совсем неприятная штука сейчас. Жду приказаний. Окей, окей, окей. Единица урона. Самая потная каточка дня. Да, это было жестко, это было сильно.